Лучшие комедии лета на ШОТ-ТВ. На южном фасаде дома Вольтера утром появилась жуткая граффити. Мэр сосет у доктора Робена. Почему наши коммунальщики замазывают граффити? Историки боятся, что мы повредим фасад, стирая надпись. Потому что они не хотят, как во Франции. При всем уважении к гомосексуальному сообществу, мы к нему отнюдь не относимся. Ведь там пишут совсем мэрские вещи. Мэр против граффити. 23 июля в 22:00. Камеди-шот на ШОТ-ТВ.